Всем здарова, пацаны, с вами снова я, Лестер, и это новая серия по реальной жизни в кар-паркинге, пацаны. Вот, только что позвонил мой друг и сказал то, что на стоянке стоит эксклюзивная бэха, короче, если ее продаете, будет слишком много бабла, типа она. Смотрим, может даже угоним, вот. Давайте, пацаны, поехали. Я типа поставил новые диски на моем мерсике. Вот. Короче, пацаны, поехали. И посмотрим сейчас, что это как там. Так. Он мне сказал, типа, это Гранд Купе М6 или что-то в этом роде, короче, пацаны. Это бэха. Что это бэха, это я уже понял. Так, это... Ой, я не туда поехал, блин. Сейчас развернусь. Так, думаю, заехать в СТО, проверить машину. Может быть, будем потом угонять от них, не знаю. Посмотрим. То потом машина не испортилась. Все, короче, мою машину поднимают, пацаны. А я пойду в магаз. Кол куплю и пройду, пока они это проверяют машину. Короче, пацаны, не зря я зашел в СТО, потому что... Проверили колодки, они были в хлам, короче, вот, поменяли колодки, и уже можно выдвигаться. Все, шли, короче, быстрее поедем. И так уже время потеряли. Короче, пацаны, он сказал, где вот тут вот, по-моему. Так, давайте заедем. Смотрим, тут или не тут, так, вон и я вижу уже ее. Давайте куда-то заедем, пацаны. Нет, давайте вот так остановим машину, или, ну и по встречной еду, ой, не поедем быстрее надо. Короче, вот тут остановлю и уже поеду пешком. Я ее там увидел, короче, вся в наклейках, такая красная. Аварийку включаем. Закрываем машину, все, короче. Все, короче, пацаны, летим, я машину гнал, там хозяин вышел уже. Пацаны, летим, короче. Куда подальше, пацаны, подумал, и, короче, пацаны, поедем уже в пустыню. Короче, пацаны, вот остановимся, тут он меня уже навряд ли найдет. Вот хотя бы вот тут вот давайте. Вот тут вот все, он больше нас никогда не найдет. Вот смотрите, вот такая вот бэха, пацаны. Ну, походу понимаю, в чем изюминка. Дрифт Кинг. Ну да. Дрифтоватая такая машина. Давайте попробуем, не знаю. Итак, не наша машина. А, походу, тут стабилизация включена. Не. Ну нафиг. Лучше продать. Ну, вот управляемость. Топовая вот эта машина. Короче, пацаны. Эту машину оставляю я тут. Закрываю ее, короче. И, короче, я пошел. Все, короче, всем удачи. Ставим лайки. И спасибо всем за просмотр. Подписываемся. Всем удачи. Всем пока-пока.